сменить наскучившую аудиторию университета на уютное местечко с музыкой для студентов стало возможным. Произошло это 25 января. В гриль-баре «Будвар» ведущие программы «Кто там?» решили устроить для всех необычный экзамен в формате открытой студии. Участники вечеринки делились историями из жизни в общежитии, ели на скорость поднадоевшие студенческие сосиски и вспоминали год Куликовской битвы. Между задорными плясками и воспоминаниями о трудовых учебных буднях гости вечера напевали свои шальные студенческие песни. Угнала тебя, угнала, как чужую машину девятку я. Антошка, Антошка, пошли копать картошку. Гаудамус игитур, ювенес дом сумус, по секундам ювестутам, по смолестам, нос хабе без хумус. Специальный гость вечера, участник проекта «Голос» на Первом канале Дмитрий Сороченков, рассказал, как добиться успеха в работе и учебе. Послушайте песенку и скажите, хорошо пою или нет. На французской стороне, на другой планете. Скажите, вот мне нужно студентом еще быть, подучиться надо или возьмут на проект «Голос» меня? Да, вы попадаете в ноты, это самое главное. В остальном щепоточку везения, две столовые ложки удачи. И это все с добрым трудом, желанием, и все получится у вас. В студенческой жизни то же самое нужно или еще что-то добавить стоит? Не знаю. Это было так давно, что я уже не помню. Ведущие вечеринки дарили в этот день и смех, и фирменные тетради. Но вот такого набора необходимых предметов у них не нашлось. Денег и хороших оценок. Современный студент должен обладать весьма хорошим смартфоном, чтобы что залазить в интернет, находить ответы на вопросы и отвечать на парах. А и обязательно лыжи на физкультуру. Это самое главное. Во все времена студенты похожи друг на друга. И пока одни поют шлягеры 90-х, а другие мечтают об айфонах, сессия застает врасплох всех. Вечеринка от программы «Кто там?» помогла вечно голодным и невыспавшимся ученикам вузов хоть немного отдохнуть от своей тяжкой доли. Мария Салмина, Александр Белкин. Специально для программы «Кто там?»